Приветствую вас. Я думаю, что причина того, что вам снятся одинаковые сны, заключается в том, что вы с вашей мамой думаете одинаково, думаете схоже, ну, по схожему принципу вы думаете со своей мамой. Вот, у вас схожие мысли, у вас схожие мировоззрения, у вас даже, наверное, схожие чувства имеют место быть. Вот, ну, это связано с тем, что, например, вы с вашей мамой, допустим, ну, близки, например. Вот. Если это так, если это вот действительно так, если вы со своей мамой действительно близки, вот, то и сны вам снятся, соответственно, одинаковые. Это абсолютно нормальная история, вот, это абсолютно нормальная такая ситуация, вот. Это можно, например, проследить, если вы, например, испытываете одинаковые переживания, то есть, ну вот, у вас одни и те же переживания по поводу каких-то вещей, вот. Также мама может вам какие-то вещи транслировать, то есть, ну, например, там, говорить вам, что делать желательно, чего делать нежелательно, соответственно. Вот, и если это так, то именно благодаря схожим переживаниям, именно благодаря схожим желаниям, а желания тоже, в общем-то, влияет на процесс сновидений. Вот. Вам, собственно, и могут сниться одни и те же сновидения. Вот. То есть, здесь самое главное выработать именно отношение к этому. То есть, какое у вас, вот именно у вас, да, отношение к сновидениям, вот, потому что это очень важный момент. Если вам сновидение нравится, к примеру, да, то есть, если, ну, если вы не видите в них ничего плохого, то это одно дело, в таком случае просто оставьте ситуацию как есть, и все, об этом даже думать не нужно. Вот, если вам неприятно сновидения, которые вам видятся, то в таком случае, конечно, нужно исследовать, в таком случае нужно анализировать и смотреть, как и что вообще происходит. Возможно, вам с вашей мамой стоит в некоторой степени немножечко отдалиться друг от друга, отдалиться, отстраниться, вот, чтобы одни и те же сновидения вам не снились. То есть, понимаете, какая история? Непонятен контекст, в котором вы задаете свой вопрос, да? То есть, само объяснение, почему вам с мамой снятся одинаковые сновидения, да, ничего не даст вам объективно. То есть, как бы, ничего не поменяется, ничего не изменится, ничего не станет по-другому, по сути. Вот.
потому что, ну, от понимания причин, как бы, да, ничего не меняется. Но другое дело, если вы хотите изменить вот эту ситуацию, другое дело, если вы хотите сделать так, чтобы эта ситуация вас, например, ну, больше не тревожила, да, другое дело, если вы хотите, чтобы этого не происходило. Вот в таком случае, уже можно будет что-то предпринять. Так что определитесь, пожалуйста, с контекстом. Вот, много зависит от вашего возраста, да, там, то есть и так далее. Но совершенно очевидно, что переживания с вашей мамой вас хуже. Потому что сны – это отражение именно переживаний, вот, человека. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!